Добрый вечер, девочки. Меня зовут, да, собственно говоря, как вам будет угодно, потому что я работаю в сексе по телефону. И сегодня я бы хотел с вами провести маленький интерактивный сеанс сексуальной релаксации. Добрый вечер, дорогая. Хочешь, я буду сегодня твоим волосатым мишкой? Или благородным Ромео? О, дорогая, ты хочешь, чтобы я поцеловал твою махорку? Я спускаюсь языком к твоим трусикам. Эй, вы что делаете-то? Поворачивайте. У меня вопрос, как тебя зовут? Что это такое? Кто это такая? Что надо? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как ты хочешь, милый, так меня будут звать. Ты можешь шапочку снять? Максим Викторович для вас я буду. С лица. Максим Викторович, да? Максим Викторович, слушайте, а вы точно гетеро? Может, вам надо другую программу, там, где мальчики сидят? Я думаю, что когда вы меня запустите в свою пещеру Аладдина... Моя пещера в шоке, вы знаете, я, вы знаете, я найду там эту лампу, лампу Аладдина, и зажгу ее, потру ее. А вы хотите потереть, да? Нет, не хотите? Слушайте, я нажала, но мне просто было любопытно, правда. Не, ну ты у них не спрашивай, они фригидные, наверное. Я тоже фригидная теперь. Слушай, ну ты скажи, ты точно девушку пришел сюда искать или как? Да, слушай, меня хватит на вас, на всех, еще останется, еще и... Да что ты говоришь? Еще и поиграем с игрушками. Может быть, тебе просто поиграть с игрушкой и здесь не торчать? Я сгоряча, просто моя пещерка была очень удивлена тем, что произошло, и шапочка, мне нравится цвет красный, и мальчик симпатичный. Ты что там, красивый мальчик, правда? Но я переживаю, что он меня обманывает. Он не он этот, он го, этот, не гетеро, короче. Правильно? Я сомневаюсь, и я боюсь с ним идти. Сидите! Шапки свои раскрыли! Овцы драные, махорки! Вы никого себе не найдете! Вы друг с другом будете пытаться! Уродки! Вылудины! Я не готова сниматься. Я думаю, это другой формат программы. И правда, это не для меня. Совершенно. Это трэш просто полный. Я не готова. Я даже проснулась, я в шоке. Кстати, моя пещерка, она конечно, немножечко отошла, но я сама еще очень долго буду отходить. А, прикольный персонаж, правда. Как раз для телевидения, но не для жизни. По-моему, ничего прикольного. Человек просто хочет за счет каких-то непонятных своих действий выразить себя и показать, что я такой классный, такой крутой. По-моему, это ненормально. Ему даже провокация не удалась, потому что ничего, кроме смеха, не вызывает. Он ушел во свояси, слава богу, что я его не выбрала. Я совершенно не хотел испугать девчонок, короче, я это... Ну, может, я немножко переборщил, я хотел повеселить себя и их тоже.